Тут авария была, две полосы заняты. Шофер большегруза, за которым двигалась иномарка, объезжал аварию. Кто-то из водителей выбрал неправильный угол поворота и совершил столкновение. К тому же легковушка попала в так называемую слепую зону и в определенный момент исчезла из поля зрения водителя мусоровоза. Вот здесь промежуток был, куда все лезли. Я туда же. Заднее колесо большегруза смягчило удар легковой машины. К тому же скорость движения на перекрестке была невысокой. В результате аварии обе машины получили незначительные повреждения. Никто из водителей не признал своей вины. Поэтому пришлось дожидаться на месте аварии экипаж ГАИ. Лисана Тыпва, Сергей Ткаленко, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.